Накануне в Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности за фейки о действиях вооруженных сил России. Предлагается за изготовление и распространение фейков ввести наказание до 3 лет лишения свободы. Если лживую информацию распространяла организованная группа с помощью интернета, от 5 до 10 лет. А если при этом выявили общественно опасные последствия, то до 15 лет. При этом ответственность грозит и распространителям фейков, которые заведомо знали, что это ложная информация.